Чингиз Абдуллаев, азербайджанский писатель, пишущий в жанре политического детектива, народный писатель Азербайджана, секретарь Союза писателей, президент пен-клуба. Родился 7 апреля 1959 года. Окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Работал в партийных органах Компартии Азербайджана. Доктор права. Произведения писателя изданы в России, странах СНГ, Европы, Южной Америки и Азии на 34 языках. Чингиз Акимович, наконец, после того злополучного отравления мне удалось с вами увидеться. Долгое время вы отказывались от интервью. Да. С чем были связаны эти колебания? Не знаю, как-то не люблю говорить о себе, о своих болячках в этом смысле. Я думаю, что должен быть имидж такого вечно здорового человека. Может, поэтому, не знаю, как-то считал неправильным, когда много говорить о своих каких-то внутренних проблемах. Не, ну просто вы фигура общественной значимости и постоянно привлекает внимание. И вопрос в другом. Вопрос заключается в том, что отравление было очень странным, потому что вердикт врачей гласил, что никакого пищевого отравления не было. 100%. А что это было за отравление? Не знаю, но дело в том, что и главврач пришел, сказал, и проверили, и даже послали за границу. Нет, оказалось, не пищевое. Я хочу воспроизвести картину произошедшего с вами. Это было 13 апреля или это было раньше? Нет, это было 5 апреля. Это было 5 апреля. И я последние там дней 10 себя очень плохо чувствовал, как-то нарастало. И вот именно 5 числа я пошел выступать в нашу консерваторию. И там у меня была встреча, причем я всегда встречи провожу стоя на ногах. И я там Усиявуша Кереми. И я там проводил, но уже там чувствовал себя достаточно плохо. Это было после вашей поиска в Кахан-Кенди или да, до? Да, после. Я сейчас об этом тоже расскажу. И после этого я вернулся домой, почувствовал, что мне совсем стало плохо. И, честно говоря, мы стали звонить в скорую помощь вызывать. Жена у меня врач, здесь мне повезло. И решили, что все-таки надо... Сначала врачи приехали, потом решили, что надо поехать в больницу, надо самому поехать. Мы поехали туда, там стали срочно вызывать хирургов и вообще бригаду, которая могла бы меня как-то мне помочь. В какую больницу? Это было в медиклабе. И спасибо им, потому что они все стали быстро организовывать, но пошла неправильная информация, что якобы меня привезли, меня нигде-то не приняли, вернули домой, а потом через 3 дня мне стало плохо. Нет, конечно, меня никто домой не возвращал, меня везде принимали, но просто так получилось, что когда меня привезли туда, там врачей, значит, стали срочно вызывать, а состояние было уже совсем плохое. И жена приняла решение, позвонили в больницу таможенного комитета, там знакомые врачи, и там срочно приехала бригада, буквально сразу, и меня повезли туда. Когда повезли туда, я уже был без сознания. И вот, что не очень приятно, у меня был юбилей 7 числа, и вот эти 2 дня я провел, так сказать, без сознания. 60-летие. 65-летие. К сожалению, я уже совсем старенький. Но дело в том, что вот это как получилось, что когда меня привезли в больницу, это потом мне рассказывали, у меня постепенно стали отказывать внутренние органы, постепенно, а потом вдруг дыхание прервалось, и меня заколотило, это уже мне рассказывал главврач. В результате мне стали какие-то трубки делать вот сюда, до сих пор у меня места остались, и, в общем, меня вытащили, спасли. Самое было тяжелое для меня, после того, через много дней, когда я пришел в себя, я узнал, как переживали мои близкие. Конечно, это очень действует, потому что я бы не хотел их так огорчать. И вообще я не собирался идти на свидание с Богом, хотя, говорят, несколько минут я там был, ничего не помню, ничего не видел. Но, тем не менее, вот говорят, что уже дыхание прервалось.
И вот меня стали срочно реанимировать. Еще раз хочу сказать спасибо огромное врачам. А диагноз? Диагноз был общее отравление, но не пищевое. Не пищевое. Это 100%. Дело в том, что у меня вообще, это уже не хвастовство, у меня вообще был идеальный всегда желудок, всегда были нормально все работало. А главное, за три месяца до этих событий я прошел полный чекап, полное обследование и все какие возможно анализы, все это у меня есть. Я сдавал, меня проверяли, и они были не просто хорошие, они были идеальные. Где вы проходили чекап? То есть это я проходил и здесь, и в Турции, буквально за 3 месяца до. И это все потом показывали, что вот, посмотрите. И главное, потом и Медиклаб потом у меня брал все эти анализы большие, там не просто анализ там, крови или чего-то, а все, какие возможны, на все разные, на различные болезни. Я сейчас просто перечислять все не могу. Оказалось, что нет, практически идеально. И вот через 3 месяца вот такая неприятность. То, что вы спрашиваете, в марте месяце мы были в Ханкенде, я был в Ханкенде. Как получилось? Наш уважаемый президент, он группу творческих деятелей в своем самолете взял в Ханкенде. И мы не в Ханкенде полетели, мы полетели в Физули, международный аэропорт. В Физули мы открывали очень интересное здание, которое построили для детей, Казахстан построил. И там был президент Казахстана, президент Азербайджана. И вот после этого мы поехали в Ханкенде. И несколько человек нас было, причем там были люди гораздо старше меня, которые там на 20-25 лет меня старше были. И Анар был, и Октай Миркасимов был, и Эльбай Касумзаде был, и Ферхат Бадалбели был, и Сиявуш Керими был. И как-то мы ходили вот по городу, пустому городу, надо отдать. Мы даже видели, как снесли, когда мы приехали, как раз последний камень вытаскивали из здания так называемого парламента Нагорного Карабаха. Я сам ходил тоже один, смотрел. Не знаю, может быть, там какую-то, как мне кажется, биологическую бомбу закладывали наши соседи. Возможно, такой конспирологический мотив. Но, с другой стороны, мы были несколько человек. И самое главное, перед тем, как сесть в самолет президента, нас тоже проверяли. То есть это не так просто, что всех собрали. Естественно, так просто не пускают. Поэтому тогда никаких у меня подозрений не было. И когда вернулся, тоже было нормально. Но вот прошло буквально несколько дней, я стал чувствовать себя хуже, хуже, хуже. И вот это в апреле, в результате я всегда как-то отмечал по-особенному свои юбилеи. Ну, видимо, в этот раз тоже Бог решил, что надо отметить по-особенному. И когда я пришел в себя через 2 дня, меня спросили, какое сегодня число. Я неправильно ответил, я сказал 7-е. Врачи улыбнулись и сказали, что нет, сегодня уже 8-е. Ты 2 дня пролежал вот без сознания. Я не помнил, правда. Хотя, говорят, шевелился. Скорее всего, азербайджанская медицина, учитывая потенциал нашего здравоохранения, ну, это тема отдельной беседы, но в данном случае я особо акцентирую свое внимание, она бессильна определить не только степень вашего отравления, но и, возможно, методологию. Вряд ли они смогли бы определить, если бы это был новичок. Ну, я не думаю, нет, что так ну, уж. Я так образно хотя, нет, хотя... Я тоже. Дело в том, что мне даже из Государственной Думы, из Москвы звонили и предлагали, причем я вам могу показать на телефоне, специалистов по новичку. Потому что все признаки совпадали с этим. Но есть еще и Гаванский синдром, может например. Быть, есть много вещей. Может, почему не вы, знаю. Почему вы не уехали, скажем? Вы могли бы провести обследование в Германии? Я хочу сказать, я хочу, пользуясь возможностью, поблагодарить в первую очередь нашего уважаемого президента, первую леди, поблагодарить их помощника Анара Алекперова. Он сразу приехал туда. Сразу предложил какие-то услуги, говорили, что даже могут дать самолет, чтобы меня вывезти в Германию. Почему или вы в не Турцию. Согласились? Я лежал без сознания, я не мог согласиться. Я был без сознания вообще на том свете, простите. Но дело в том, что, ну, во-первых, хорошие врачи, поверьте мне, что при всем при этом, все-таки, особенно вот в таких местах,
там и оборудование первоклассное, и врачи были хорошие. Но гаванский синдром они определить не смогли бы. Ну, не думаю, что гаванский синдром. Гаванский? Да, гаванский, не думаю. Тем не менее, я должен сказать, что, во-первых, врачи были, специалисты, которые заканчивали в Америке, в Турции практически все, кто меня смотрел. А во-вторых, опять говорю, спасибо большое всем, кто вот проявил такую заботу. И, конечно, меня уже нельзя было просто транспортировать. Хорошо, что меня смогли привезти в больницу, и еще я живой был, когда уже стал полностью отключаться. И вот уже когда пришел в себя, я же говорю, я даже не знал, какое сегодня число. В результате врачи решили проверить, вообще помню я что-то или не помню, потому что все-таки отключение было, и говорят, кровь скапливалась, то есть, возможно, я превратиться мог в овощ. И даже задали мне несколько вопросов, в том числе, как звали моего дедушку. Я рассмеялся, сказал, что дедушку звали, как моя фамилия, Абдулла Абдуллаев, мой дедушка. Тогда спросили имя моей жены. Я тут же сказал имя жены и даже пошутил, что у нее хорошая фамилия, она Алиева. Даже не Абдуллаева до сих пор, хотя почти 40 лет женаты. И когда уже внуков стали спрашивать, я, и поняли и они, и я, что, в общем-то, я помню и в сознании. Хотя, повторяю, эти два дня был без сознания. Но то, что не пищевое, они проверили это несколько раз. Там даже было заявление агентства, вот, которое связано с этим, с пищевыми отравлениями. Да, и да. Вы, по-моему, в Хакгыне об этом написали. Дело в том, что я с ними согласен. Я не буду раскрывать все подробности, но я не хожу с бомжами в какие-то заведения полуподвольные. Какие подробности? В смысле, где я кушаю. Да поверьте мне, что у меня в машинах всегда лежат специально вода для меня. У меня на работе специально для меня отдельным чайником заваривают чай. То есть вот сказать, что я где-то мог пойти, у меня дома кухарка своя, сказать, что я где-то мог пойти и отравиться, это совершенно невозможно. Ну, во-первых, я не ем, где попало. Вот мне неудобно говорить такие подробности, но это правда. Я не пью, что попало. Я вообще слежу. Вот когда проверяли сатурацию после того, как вот я пришел в себя, даже смеялись, что у меня сатурация была ну, необычайно высокая, 98-99. Я в жизни еще не выкурил ни одной сигареты. Уже, наверное, надо попробовать. Уже вообще все надо в жизни пробовать, но я, вот не пробовал. Я вам предлагал, вы отказались. Да, вы говорили, помню, что я не пью и не курю. Я не пью и не курю, нет. Иногда вино себе позволить могу, особенно когда летаю в самолете, боюсь летать. Иногда позволяю себе немного выпить. Если выпьешь первые 100 грамм, успокаиваешься, потом вторые 200 грамм совсем хорошо, а после третьих летишь рядом с самолетом, и тогда уже ничего не боишься. Ну, в общем-то, я стараюсь не злоупотреблять. Я был спортсмен всегда, я был чемпионом по стрельбе. Там тоже особенно 100 грамм, а потом месяц рука будет ходить стороны в сторону. И поэтому сказать, что как-то я не заботился о своем здоровье, нет, как раз очень даже заботился. Не пил, не курил, всегда соблюдал вот такой спортивный режим. Единственное, что хорошо, что после того, как я попал в больницу и вышел оттуда, я похудел на 10 кило. В результате все мои знакомые дамы говорят, что мне это очень идет. Надо не поправляться. Врачи то же самое говорят. Что там еще есть подозрения? Знаете, у меня всегда, хотя ни у отца, ни у матери никогда не было этих синдромов, ни у дедушек, ни у бабушек, у меня иногда зашкаливал сахар. Почему? Потому что я привык работать по ночам и до утра, всегда работал последние 30 лет, и только сладкое ел по ночам. В результате иногда зашкаливал сахар, и я всегда старался держать его на уровне преддиабета. То есть, вот если брать переводить на 100-110, чтобы не поднимался выше. Не знаю, может быть, там я допустил какие-то вольности, и сахар стал подниматься. Я и сейчас стараюсь его держать. Может быть, еще что-то было связано с чем-то поджелудочной железой. Хотя вот сейчас проверяют, и поджелудочная железа, и печень, и почки. Все нормально. Даже почки в тот момент, когда меня привезли, анализы показывали безобразное состояние почек.
И, по-моему, уже начали, не по-моему, а точно уже начали отказывать. Это точно почки, не диабет. И, это, да, при и почки, диабете так и не печень, бывает. Да. И мне тоже сказали, что, возможно, не может быть, чтобы это был диабет. И вот сейчас снова я прохожу обследование, и поверьте мне, что в это трудно поверить, но вот в идеальном состоянии пришли почки. То есть вот те креатин, который важная функция почек, она стала абсолютно нормальной. То есть, если это было пищевое отравление, ну, во-первых, есть какие-то симптомы, то есть желудок, расстройство, должен быть обязательно значит, какие-то другие причины, какие-то другие показатели, этого всего не было. И сейчас вот сдаю снова анализы, меня даже на МРТ помещали в этот вот звук, который вечно нервирует тебя, этот, обволакивают. То же самое, ничего не показывает. Если бы не ваша позиция по Украине, точнее, по политики России в отношении Украины, я бы однозначно указал бы в сторону России, потому что обычно этим промышляют российские спецслужбы. Я имею в виду громкое отравление Литвиненко, Щекочихина, Скрипалей и прочее. Но вы отличаетесь пророссийской позиции. Ну, я все-таки думаю, что я отличаюсь проазербайджанской позиции. Ну, близко никогда... к пророссийской. То есть это один из немногих вопросов, где мы с вами никогда не могли найти точки соприкосновения, и у нас были постоянно с вами ночные прения, если согласен, вы помните. Согласен, да. Но при этом... Когда работали. Ну, я не думаю, что нужно было их посольству или их спецслужбам меня отравлять. Хотя бы просто они промышляют, американцы не отравляют. Да, хотя бы потому, что они американцы просто убивают. Они просто хотя убивают, бы, да. Несколько вот во время войны, за несколько месяцев до этого, Путин все-таки наградил меня орденом. Это и не отношение они. Если ко мне... Если действовать и подходить к вопросу методом исключения, это не они. Да. Я думаю, нет, не они. Но, опять-таки, повторяю, моя позиция известна. Я считаю, что эта война неправедная. И я очень переживаю, и всегда переживаю, и буду переживать. Дело в том, что у меня столько друзей... Когда сейчас надо говорить «в Украине», а не «на Украине». Украинцы обижаются, хотя по-русски все-таки правильнее «на Украине». Тем не менее, в Украине у меня столько... И до сих пор мне десятки, сотни людей пишут с Украины. Поверьте, что у меня там миллионы читателей, и я этим очень горжусь. И, конечно, я не думаю, что это было связано с этим. Может быть, это с какими-то другими причинами, потому что я, не скрывая, высказываюсь по своим... принципиальным позициям, в том числе и по отношению к соседям нашим, вы знаете, и во время войны, и после. Я 8 раз выступал на российском телевидении, 2 раза у Соловьева. Но вы не покидали пределы Баку, я не думаю, что их руки дотянулись бы до Азербайджана. Нет, я покидал, я в Москву летал все Летали. Время. Да, летал. Более того, тогда был ковид, и была закрыта, не пускали. И мне, чтобы я прилетел выступать, разрешение давала вице-премьер российского правительства Голикова. И я туда ездил, и там... Но это было давно. Сейчас нет. Сейчас я, конечно, покидаю часто. Я летаю за рубеж и в другие страны, в Австрию, в Германию, в Турцию, конечно. Но, опять-таки, я не думаю, что это специально... Как вы сейчас себя чувствуете? Чувствую себя прекрасно. Вы восстановились полностью. Да, здравие, ну, врачи да? говорят. Нет, не я говорю, врачи. А личные вот. Ощущения? Личные ощущения прекрасные. Немножко я почувствовал вас раздраженным. Ну, вот раздраженный это... я всегда бываю, когда прихожу в Союз писателей, потому что здесь очень много проблем. И в том числе, и вот скоро будет в Шуше дни Вагифа, у нас будет несколько гостей, сейчас надо ими заниматься. И поэтому я всегда вот на такой ноте. Но, тем не менее, ничего, это моя работа, я обязан ее выполнять. А что касается вот отравления, то все-таки очень большое подозрение, что это именно было отравление, а не то, что я сам себя загнал в какую-то недоброкачественную еду. Примерно в это же время в Тбилиси сотрудник, американский сотрудник, американец, сотрудник посольства США в Тбилиси, почувствовал себя очень плохо, упал в обморок, и его увезли, госпитализировали в больницу. Я поэтому говорю, но в данном случае к вам это неприменимо, учитывая
степень и тесность ваших взаимоотношений с Россией. Кстати, в последние годы вы постоянно оказываетесь в центре, в эпицентре скандалов в соцсетях. Да. Чувствуются какие-то нападки, какая-то загадочная сила, таинственная рука. Она постоянно провоцирует вокруг вас скандалы. Чувствуете вы? Нападки троллей. Иногда просто до такой степени дикие. Ну вот давайте я вам приведу пример. Что происходит? Через... Несколько лет назад я написал о том, что я шел в Стамбульском аэропорту и видел, как мальчик плачет, бабушку просит воды. Они уже в рукаве были, там уже не было ни автомат, ничего. Она его уговаривала, что потерпи немножко сейчас. А я всегда, когда куда бы ни ходил, сюда ношу с собой 2-3 маленькие бутылочки воды. И я вытащил, дал воду. Мальчик был похож на моего внука. И я так радовался, что могу ему помочь. И об этом написал. Господи, что тут началось? Одна написала, если ты такой богатый, раздаешь воду, построй мне дом. Другой написал, что тебе не стыдно, как ты можешь писать, что ты воду раздал. Третий написал, откуда взял воду? Из бизнес-класса? Кто тебя пускает в бизнес-класс? То есть нападки были дикие. На улице ко мне подходили обычные люди и извинялись за этих троллей. Что они вот... Самое интересное, что потом один из наших молодых поэтов, он написал, что он не зиалы, он зианлы. Почему, я так и не понял. Через вредитель, год он пришел, да, через год он пришел ко мне и со мной фотографировался. И говорил, что его дети очень меня любят, мои книги. Я, конечно, с ним сфотографировался. Не стал его прогонять, отказ. Но вот это совершенно непонятно. Или другие какие-то вещи. Знаете, совершенно дикие какие-то иногда вещи происходят. Или вот мой известный случай, это лично с вами связано, поэтому я его сейчас привожу. Когда я сказал... И сейчас говорю об этом, хотя понимаю, что снова будет скандал. Когда я сказал, что я не делю на Первую и Вторую войну, мне кажется, что это было 35-летнее противостояние, при котором мы победили. Потому что армяне ловко это используют, и везде, в том числе и в парламенте Армении, пишут, что Первую войну они выиграли, потом азербайджанцы согласились... подписывали какие-то документы, ничего не подписывали. Якобы о том, что Шуша всегда остается у армян, никогда такого не было, и никто не подписывал. А вторую, значит, они проиграли. Но мне это не нравилось. Почему? Потому что получается, что и Мубариз, наш герой, в 2010 году, и наши апрельские жертвы 2016 года, и даже генерал наш Полат Гашимов, все они погибли не на войне. Я думаю, что по-азербайджански «мерхале олу», «беринчи мерхале икинчи». Может быть, можно и условно «первая», «вторая». Но когда я это сказал, никто не обратил внимания. Я сказал это в Хакыне, об этом написал, и как-то спокойно прошло. Прошел год, я выступаю в Сумгаите перед матерями шехидов. Там, ну, 1002 собралось людей. У меня есть... снимки. И я об этом говорю. Я говорю, я считаю, что мы не проиграли Первую войну. Это была трагедия. У меня брат погиб двоюродный в Шуше. У меня много родственников погибло в Карабахе. Я считаю, что она продолжалась, эта война. Да, можно так подразумевать. Первая, вторая. Но тем не менее я считаю, что мы никогда с этим не смирились. Мы всегда верили, что мы вернем себе и Шушу, и Агдам, и Физули. И тут началось опять. Он против, он предал наши жертвы, он не знает, что было. Послушайте, я никогда нигде не говорил, Анар об этом написал. Я возил в Агдам за свои деньги, покупал гранаты, патроны и возил их Багирову, который был там Народный фронт. И его родственники потом написали, что это же правда, сколько я туда возил. Причем сейчас понимаю... Зачем вы оправдываетесь? Я не написал об этом ни разу. Нет, я часто чувствовал. Да, в соцсетях. Но меня это так обидело, а зачем что надо он вступать? Не знает, что, как я не знаю. Послушайте, или вот сейчас всю жизнь пишет свои детективы и даже не знает, что проходит в Азербайджане. Ребята, у вас совесть есть? Первая книга со всеми этими событиями «Черный январь» написал я, Чингиз Абдуллаев. Я, Ибрагим Шукюров и Чингиз Абдуллаев. Мы написали эту книгу «Черный январь» в 90-м году. Послушайте, у вас совесть. Я уже не говорю потом, какие книги против Балаяна и так далее. Я не оправдываю. Ну, бывает, правда бывает обидно.
Но с другой стороны, я же вижу, что это целенаправленная такая акция, которой надо обязательно... Вы не задумывались, кто стоит за этими акциями? Нет, как-то я примерно представляю, но как-то не хочется, знаете, не этот... Азербайджанцы говорят, что когда наступаешь на экскременты, они плохо пахнут. Поэтому не хочется наступать на эти экскременты. Вы, безусловно, личность яркая, очень популярная. Я постоянно вижу в соцсетях, к вам идут сюда толпы читателей. Каждый день? Да. Вы это все выставляете на своей странице, я это вижу. То есть вы один из немногих моральных авторитетов, можно сказать, вот таких духовных наставников в азербайджанском обществе. Можно сказать, моральных, интеллектуальных ориентиров. Может быть, вот этим загадочным силам не нужно, чтобы были такие люди, как вы? То есть, чтобы превратить общество вот в некую такую серую массу? Может быть. Но знаете, ведь обидно, что в начале 90-х некоторые наши хунвейбины врывались в Академию музыкальную к Ферхаду Бадалбей с криками: «Нам не нужны Бетховен, Бах, кому они нужны, Моцарт». Сейчас, конечно, такого нет, но, с другой стороны, собираются писатели, достаточно известные, и серьез обсуждают. Чингиз Абдуллаев вообще не писатель. Ребята, я согласен, я вообще не писатель. Но, с другой стороны, как-то обидно. Народный, самый молодой в истории, до сих пор самый молодой в истории народный писатель, первый секретарь Союза писателей Азербайджана, которого читают по всему миру, в том числе и в Армении, и в Карабахе читали все, и писали мне оттуда письма. Он, значит, совсем не писатель. Более того, сейчас даже один редактор уверяет, что я вообще все эти книги не сам писал, а за меня кто-то пишет. Ну, понимаете, я всегда говорю, напишите, что я плохой человек, согласен. Напишите, плохой писатель, согласен. Напишите, что вообще мои книги кто не читает, тоже согласен. Но когда азербайджанец пишет, что он сам не пишет, вы же не меня позорите, вы позорите свою страну. Первый секретарь Союза писателей Азербайджана, всего несколько человек живых народных писателей. Об этом, кстати, многие не знают. Например, народных поэтов в Азербайджане 4 человека, 4. 93-летний Нариман Айсанзаде и троим под 80. Народных писателей 7 человек. Самым молодым вы сейчас беседуете, не обижая наших женщин. И когда ты так пишешь, ты не думаешь, что ты позоришь свою страну. Вы говорите, моральный. Какой моральный авторитет? Какой интеллектуальный авторитет? Да он вообще книги не пишет. За него пишут книги. У меня был случай с журналом «Огонек» лет 20 назад. Тогда они написали, что на самом деле такого человека не может существовать. Это выдумка. За Чингиза Абдуллаева пишут 5 человек. Следователь, юрист, журналист, аналитик. Они собрались и под его именем пишут. Я послал им письмо. Это известный случай. Давайте проверим на лексиконе. Это легко в течение буквально нескольких секунд проверяется. Если хоть один мой роман написал не я, я плачу 10 тысяч долларов. А если все написал я, вы платите рубль и извиняетесь. В результате сюда приехали Лоша, главный редактор журнала «Огонек», и был Миша Гусман. В Славянском университете в присутствии 600 человек он вышел и сказал, что проверили, и все книги написал Чингиз Абдуллаев. Даже показал рубль, но рубль не дал, положил обратно в карман. Ну, смешно, глупо доказывать, что ты не верблюд. Я согласен, что хотя бы кто-то бы мне помогал. Ну, понятно же, любой человек, который читает мои книги, знает мой стиль, знает мою интонацию, и понятно, что кто-то за меня писать. А может быть, раздражает ваша смелая гражданская позиция, потому что я очень хорошо помню, что когда всплывали очень такие, я вам скажу, каверзные ситуации и скандальные ситуации, это даже не каверзные, и с памятником Мушвига, который вдруг демонтировали, и с музеем, домом-музеем Джафара Джабарлы, на страже который стоял всего несколько человек, и среди них были вы, и прочие вопросы, которые связаны с азербайджанской культурой, вы проявляли всегда. И да, и с разрушением архитектурных домов, с обезличиванием исторического ценного для нас Баку, от которого уже остались какие-то просто островки. Вы всегда проявляли смелую гражданскую позицию.
Может быть, хунвейбины и их покровители не могут вам этого простить? Я думаю, наверное. Предлагали же, кто-то предлагал из депутатов в Милли-Меджлисе вообще лишить меня звания народного писателя Азербайджана. Вы знаете, дело не в том, не только в зданиях. Генрих VIII сказал, я в ответе за красоту этого мира. Но если ты народный писатель Азербайджана, если ты первый секретарь Союза писателей, ты обязан проявлять свою гражданскую позицию. Но еще до этого я вам скажу, ведь вот в конце 80-х, помните, какие были нападки на Гейдара Алиева? Он еще не был здесь, он был еще в Москве, но здесь как изгалялись, как пытались его опорочить, что только не... И однажды это было в здании Академии, когда буквально всей толпой стали его критиковать. И я молодой человек, только ставший секретарем, мне было 29 лет, я вышел и сказал... Послушайте, но ведь это же Азербайджан, ведь гордиться надо тем, что наш там. Как только он ушел, тут же сразу академик Агамбекян, тут же сразу поднялись, а это же правда, армяне поднялись. И в результате начался этот проклятый карабахский вопрос. Неужели вы этого не понимаете? Вы знаете, те люди, которые среди них были, те, которые меня тогда так проклинали, сейчас они, естественно, поменяв позицию, изо всех сил хвалят. Ну вот, оказывается, там в зале был Джамиль Алиев, наш известный онколог. И он при мне рассказал эту историю нашему нынешнему президенту Ильхаму Алиеву. Он говорит, я был просто поражен, поверьте, я дословно передаю, что я думал, его убьют, его живым уже не выпустят, потому что на него так напали. Я всегда как-то занимал эту позицию, повторяю, не потому что я такой храбрый, не потому что я такой смелый, просто слишком много умных книг прочел в детстве, слишком много хороших книг прочел. И как-то сам по себе считал, что принципиальная позиция – это главная позиция в жизни. И вот то, что вы говорите, я вот сейчас вспоминаю, и с Мушвига памятником, и как меня за это ругают, и Чапер Джабарлы там вообще что только не писали. Продали дом-музей тогда, вы помните, да. Это был бывший министр культуры за 5 миллионов долларов продал, да. Дело в том, что это меня очень задевает, понимаете, когда не понимают, что это мой город, это моя страна, это мой народ. И я хочу, чтобы здесь было хорошо. Я просто правда хочу, чтобы здесь было нормально, чтобы здесь не трогали памятники известным поэтам. Я, кстати, уходил в комиссию, вы знаете, по розыску тела Мушвига. Так и не нашли, хотя там, в общем-то, искали и нашли вот тело Мирджафера Багирова. Он был единственный был в своей одежде, и пенсне даже держал в кармане. С табакеркой, кажется. Да, его это, и его там... Значит, там убили и там похоронили. Но многих очень до сих пор найти не могут. И это, конечно, большая трагедия. Вопрос, знаете, в чем? А почему, кроме вас, никто не проявляет этой гражданской позиции? Нет, проявляет. Ну, Союзные писатели, сейчас... кроме вас, никто не проявляет? Проявляет. Может, вы белая ворона, и поэтому... Нет. Анар, например, каждый раз выступал, говорил. Я вам расскажу такую историю. Анар последние лет 20 не выступает. Нет, он выступает. Более того, он защищал вопросу? Сколько людей. Например, по какому вопросу? Ну вот Ису Гамбара, например, выпустили из тюрьмы. Я говорю, последние 20 лет. Из тюрьмы выпустили благодаря Анару и Юсифу Самину. Но это было давно неправда. Я вам... Нет, правда. И я вам скажу. Вот я был, вот пример, я был во Франции, когда мне позвонили, сказали насчет Мушвига, что вот сейчас хотят комиссию, вы согласны войти в эту комиссию или возглавить комиссию? Я сказал немедленно. И я когда приехал сюда, здесь было совещание у Рамиза Мехтиева, и там был наш тогдашний министр здравоохранения Шахалиев. И когда мы выходили... Шаралиев, простите, я перепутал, заранее извиняюсь перед ним. И когда мы выходили, он вдруг не обратился ко мне и сказал, ну, ты же был во Франции, тебе позвонили. Ну, сказал бы я во Франции, чего ты сразу согласился? Я ему честно ответил, если бы я сказал иначе, я бы не был Чингизом Абдуллаевым. Он грустно посмотрел на меня, мы с ним дружили и сейчас дружим. Он грустно посмотрел на меня и сказал, да, ты прав. Ты не мог отказать. Если бы ты отказался, ты не был бы Чингизом Абдуллаевым. Вот это тот случай, понимаете, иногда, может быть, и надо. Промолчи, попадешь в первачи.
Ну, не получается. И еще что важно, опять-таки, может быть, это и не стоит говорить, но, по-моему, уже стоит. У меня вышло 30 с лишним, 31 миллион книг на 34 языках. Я получаю многие премии разных стран, многие награды разных стран, в том числе и азербайджанские. Я действительно стал самым молодым народным писателем в истории нашей страны, нашей литературы. Только великий Самет Бургун получил 50 лет это звание, я получил 45-46. И согласитесь, что у меня был шок, правда шок. Но дело даже не в этом. Понимаете, когда столько миллионов людей читают твои книги, ты не имеешь права подводить своих читателей. Ты не имеешь права. Я всегда говорю, писателя можно убить, но заставить замолчать, заставить его изменить свою позицию невозможно. Более того, вот когда был известный случай с одним нашим очень известным писателем, который написал пасквиль на свой народ и на свою литературу, и вот тогда ко мне обратился небезызвестный Борис Акунин. Вы, говорит, президент пен-клуба, почему вы молчите, вы секретарь Союза писателей? Я тогда ему ответил на страницах газеты, это потом в соцсетях все время цитировали эту фразу. Если при столкновении писателя с государством начинаются трения, всегда побеждает писатель. Государство не может победить писателя, потому что он всегда выше, да простят меня государственные чиновники. Писателя, повторяю, можно убить, победить нельзя. Но если писатель сталкивается со своим народом, то всегда проигрывает писатель. Кнут Гамсун, величайший писатель, которого носили на руках. Во время войны он с коллаборационистами он поддерживал Гитлера. Не соглашусь. После войны... И тем не менее, это так. Например, кого вы можете привести пример? Ни один пример не приведете, если нет, смотря, писатель... Смотря с какой Германии, с каким немецким... Нет, фашистской Германии. Та, которая была помещена в сумасшедший дом, или та, которая была исцелена? Нет, вот та, которая вопрос. Была помещена именно в сумасшедший дом. Вот. Стефан Цвейг пошел против этого народа и проиграл. И тут другое нет. Мал можно... их книги... Вы знаете, Солженицын тоже шел, это, хотя да. Мне он не нравится. Но... Тут другое совсем. Стефан Цвейг, тем не менее, был со своим народом. Он выразитель идей. Но народ этого не понимал народа. В тот период. Да, что он ним... был вынужден уехать, потом они покончили с женой. И все-таки я настаиваю. Писатель не имеет права идти против своего народа. Да, он обязан поднимать. Но при столкновении писателя с народом, своим народом, все равно проиграет писатель, потому что он не должен идти против своего народа. Да, сжигали книги Томаса Мана, Генриха Мана, Цельсия. Бертольда Брехта. Сжиг правильно. Даже со времен. Но извините меня, это фашистский режим, который требовал это. Очень многие немцы понимали и читали. Вы знаете, что в начале 90-х годов, сейчас в это невозможно поверить, но об этом мне лично говорил Чабу Амираджиби. Тогда сжигали книги грузинских писателей по приказу тогдашнего президента Грузии Гамсахурдия. И человек, который сам литератор, сын великого писателя Грузии, при нем сжигали книги. У нас, кстати, тоже я получил письмо во время Народного фронта, сейчас в это трудно поверить, я даже могу сказать фамилию, не скажу, о том, что надо изымать из библиотек книги Плеханова, Маркса, Энгельса, в том числе и азербайджанских писателей. Когда обсуждался проект нового гимна, спросили, почему не Самет Вургун. И один из лидеров нашей партии, который сейчас находится так на слуху, он сказал Анару, у Самета Вургуна нет морального права быть автором нашего национального гимна. Ну, согласитесь, что это просто безобразие, хотя бы потому, что Узейр Гаджибеков потом был принят в партию без кандидатского стажа. И хотя он писал гимн и во времена Мусавата, все-таки и в советское время понимали значение. И Узейр Гаджибеков, и почитал Сталин. И Самет, да, его Узейр Сталин лично принимал. И более того, он его очень уважал. И я же говорю, его приняли без кандидатского стажа. Все-таки я настаиваю, если ты народный писатель, ты обязан быть со своим. Тогда не зовись народным писателем. Ты обязан думать
о людях, которых ты представляешь. Это очень важно. Я к этому отношусь очень и очень серьезно. Вы сказали, что осталось всего 4 народных поэта и 7 писателей. Да. Я вдруг вспомнил пророческое предсказание Толстого, который уверял, что наступит момент, когда литература путем естественного, она просто исчезнет. Почему? Да. Потому что наступит такая абсолютная свобода слова, когда писатели, скрывавшие какие-то явления, инциденты, даже своих героев в образах, они будут об этом говорить открыто. Он, например, писал, что вот Анна Каренина. Наступит время, когда они будут писать открыто в сводках, в сообщениях. А сейчас что и произошло? Да, да, сейчас что-то... этих Аннах, Анн Каренин очень много. То есть, да, к сожалению. Останется литература сопротивления? Я думаю, да, всегда. Человеку все-таки очень важно понимать, что происходит внутри самого человека. Фолкнер в своей Нобелевской речи сказал: литература нужна, чтобы человек мог выстоять и победить. Победить невозможно, мы все обречены, так или иначе. Сама жизнь так устроена. Но все-таки внутри нас должны быть какие-то струны, которые затрагивает литература. Вот Кафка говорил, что литература – это топор, с помощью которого мы пытаемся вырубить море льда внутри нас. Она всегда будет нужна. Нужны будут поэты, нужны будут... Книги будут всегда нужны. В общем-то, все великие религии тоже начинались с книг. И если их не будет, человечество просто осознает какой-то момент, что нету, скажем, детской радости, нет материнского голоса, нет вот это вот, это одинаковые вещи. Потому формат что поменяется, но мысли останутся, книгах, я думаю. Нет, да? нет, я все-таки думаю, что литература... Другое дело, что да, вы знаете, ведь вот вы сказали, на самом деле, вот то, что я сказал, 4 поэта, народных поэта сегодня живут. Это Нариман Эсензаде, ему 92-93 года, и 3 писателей народных, Ваид Азиз, Рамиз Равшан и Сабир Рустамханов, которым под 80. И 7 народных писателей. Почему я сказал это? Потому что действительно сегодня писатель-поэт – это трагическая фигура. В советское время все-таки ты что-то писал, тебя читали, ты был известен в Азербайджане или даже переводили на другие языки народов СССР. Сейчас траги, потому что ты что-то пишешь, это попадет в интернет, и попробуй доказать, что ты что-то написал умное, толковое. Вот вы, когда закончим разговор, перейдете садик, мы сейчас в Союзе писателей, и здесь находится центр книги, вот большой центр книги, где около 80 тысяч книг. И вот вы представьте, что писатель должен написать книгу, которую кто-то в мире, не надо кто-то в мире, даже ваша группа, захочет зайти и купить. Там продаются книги Толстого, Гомера, Вольтера, Рабле, Низами, Физули, Бальзак, Золя. Ты правда считаешь, что кто-то купит твою книгу? Что хоть один человек зайдет в магазин, где 80 тысяч гениев, которые 1000 лет писали не самые глупые вещи. Ты правда веришь, что кто-то захочет купить твою книгу? Как же это тяжело, как это сложно написать одну книгу, чтобы ее захотели купить и прочесть. Это же трагедия, трагедия писателей. Ну, в истории были эти мрачные времена, когда пал Рим, когда да, на протяжении варварство. 5 веков был мрак, понимаете, когда фактически затем была абсолютная папская власть, и 10 веков сжигали мудрецов да, умных людей. Пока реформация не началась. Поэтому, то есть, скажем так, с точки зрения человеческой жизни, 50-100 лет это, сейчас это, приведу, это сейчас приведу не пример. Такой уж большой срок. Сейчас приведу пример. В начале 90-х совершенно было уникальное положение Союза писателей. Просто закончили. Мы были очень богатой организацией, но дикая инфляция. У нас вообще не осталось денег, а журналы надо выпускать. И тогда мы обратились к одному из руководителей Азербайджана. Он приехал к нам сюда. И мы сказали, что вот такое положение. Что делать? Журналы перестанут. И он тогда сказал, говорит, ну во времена Низами и Физули тоже не было журнала. Литература же была. Ну ничего, что-нибудь придумаем. И тогда Нар ему сказал, послушайте, во времена Низами и Физули
падишахи ездили на арабе. Вы приехали к нам на Мерседесе. Вы правда думаете, что нам надо пересесть на арабу вот в наше время? То, что вы сказали, безусловно, было. Более того, мрак средневековья, он отбросил народы Европы назад. Выяснилось, что очень многих древних авторов, скажем, греческих там авторов, их потом заново с арабского переводили на европейский язык, потому что арабы сохранили, а в Европе они многие не сохранили, тот же Аристотель или другие. Но при этом почему мы должны ввергать свой народ в мрак средневековья? И я все-таки верю, что и литература должна быть всегда... Ведь этот процесс происходит не только в Азербайджане. Нет, конечно. Во всем мире и еще ужасно происходит. Более того, ужасно. Напомню еще об одном пророческом изречении другого гения. Бердяев писал, что придут времена и наступит новое средневековье. Вот оно пришло. Я думаю, пока не наступило, но все идет к этому. Да, все, еще и Содом и Гоморра. Так что, учитывая ныне... Хотя вчера, например, сказали, что в Америке очень встревожен тем, что если раньше 70% поддерживали нетрадиционную ориентацию, то сейчас упал этот показатель, сейчас уже 64%, на 6%. И они этим очень встревожены, что такая нетолерантность проявляется в США. Ну, я думаю, что это так и будет. Недавно президент Азербайджана выступил в Сочи, на мой взгляд, таким знаковым месседжем, обращением ко всему обществу и, в первую очередь, к представителям интеллигенции, что вот первый этап нашей национальной борьбы, он завершен. То есть территориальная целостность страны восстановлена. И вот эта национальная идея, идея возвращения Карабаха на протяжении 30 лет почти служила в качестве основы, конечно, матрицы национальной идеи, она реализована, завершена. Теперь нужна новая национальная идея. И президент обратился к представителям интеллигенции, к центрам Синг-Сянг, к мыслителям, если они остались в нашем обществе, что? То обращайтесь, пишите, подавайте идеи. И я вам скажу, что пока я никаких идей не встречал. Что вы думаете? Что думает Чингиз Абдуллаев? Какой должна стать новая национальная идея азербайджанцев? Как вы ее видите? Я думаю, если этот брать вот сейчас Азербайджан в окружении, посмотрите, объективно совершенно, события в Грузии, события в Армении, события в Дагестане несколько дней назад, события в Иране, война России. Я все-таки думаю, что мы такой не просто страна, мы сейчас такой остров стабильности в этом неспокойном мире. И главная идея, мне кажется, должна быть благосостояние народа и безопасность. Я думаю, что мы вполне можем сделать так, чтобы, когда заканчиваются занятия, чтобы у школ не стояли сотни дедушек, бабушек, тети, дяди, мам, пап, которые ждут своих маленьких детей. Когда я учился, такого не было. Дети выходили и одни шли домой. Никто не боялся. Когда я учился, было то же самое. Абсолютно. Да. Значит, можно это сделать. Можно сделать неравнодушное общество, которое будет смотреть, чтобы маленький ребенок, который идет, что буквально все должны его опекать. Сделать, чтобы выросли наши пенсии, выросли наши зарплаты. Благосостояние народа – это, наверное, важнейший показатель вообще существования народа и существования государства. Мне очень обидно, когда считается, что самый успешный показатель при этом там в Норвегии, в Швеции или в других странах. С другой стороны, например, всегда считали, что качественное образование, я тоже так считаю, но оказалось, что оно не всегда помогает. Вот вспомним премьер-министра Великобритании Ли Страсс, которая, приехав в Россию, сказала: «Мы никогда не отдадим вам Воронеж и Ростов». Ну, согласитесь, уровень такой, уровень, пещерный уровень человека с высшим образованием. Очень важно образование. Очень важно, какое образование получат дети. Вы сегодня сказали про медицину. Очень важна современная медицина. Вообще, зарплаты врачей и учителей определяют степень развития общества. Должна быть, может быть, самая высокая. Но тут я оптимист, потому что посмотрите, что случилось в 2020 году. Тысячи ребят добровольцами шли на фронт.
это заслуга их мам, которые так воспитали детей, и учителей, которые сумели им дать необходимые, важные основы. И, конечно, заслуга нашего президента, который сумел возглавить это движение, не побоявшись, понимая, так откровенно скажу, понимая, что он ставит на карту даже не свое политическое будущее, а, может быть, вообще будущее и своей семьи, и своих детей, внуков. Он понимал, что если проигрыш будет, и еще больше захватят наши соседи у нас территории, это будет ужасная трагедия. Тем не менее, он на это пошел, мы сумели вернуть наши земли. А то, что произошло вот в прошлом году, это однодневное, это вообще просто чудо. Блицкрик, потому да. что мы, самое главное, вот что меня очень устраивает, мы не убили ни одного ребенка, мы не убили ни одну женщину, ни одного старика. Они сели и уехали. Да, некоторые, в том числе и Соловьев на российском телевидении, считают, что это безобразие, плохо. Но ведь не было ни одного убийства. Мы хлеб раздавали детям. Я это видел, эти кадры. А это после Ходжалы. Я ведь несколько раз был там и знаю. Не самих Ходжалах, конечно. Я ведь несколько раз был и писал об этом. Сколько людей погибло? Больше 600 человек. Там просто убивали детей. Почитать Балаяна достаточно. Как зверски разрубали женщин, детей. Ведь это все было... как убивали в других местах. Приехали в Агдам, мои родственники, двоюродные братья, не смогли найти дом нашего дедушки. Там просто все сносили. Я, когда только освободили наши земли, был в Физули. Поверьте, что Сталинград, когда я его показываю, там еще некоторые дома оставались. В Физули ничего не осталось, просто снесли все. Значит, все это позитивный шаг, который мы должны говорить, который мы должны ценить. Но при этом то, что вы говорите, идеи. Идеи развития, развития народа, развития. У нас есть все для этого основания. Стабильная власть, деньги большие. Мы сейчас очень неплохо зарабатываем, в том числе и на возросшей продаже и нефти, и всех остальных ресурсов. И более того, мы являемся островком стабильности. Поэтому я надеюсь, что эта идея, она выстраданная идея, она... обязательно привьется в обществе. Ну и, конечно, образование наших детей, какими мы воспитываем наших детей, какими они будут в 21 веке. И здесь очень важно, конечно, вот то, что мы говорили, и книги, и литература, и воспитание. И Черчилль говорил, детей воспитывают корешки книг отцовской библиотеки. Очень многое зависит от мамы и от пап. Я уже устал говорить, меня за это тоже проклинают, ругают. Интеллект мальчикам передается от мамы. Такие слова мне говорят. Сен не даншисан. Совершенно верно. Да, это сен меним аглым оглыма кечмир, кечмир. Сен аглым кечмир, аглым кса кечир, ама анадан кечир. Может быть, поэтому надо в том числе и особо ценить наших женщин, наших мам, которые воспитывают будущих воинов, будущую элиту. И Сухомлинский, говорят, вешал у себя... в школах портреты мам гениев, мам, потому что без мамы ничего не получится. А если это так, то значит надо ценить, надо по-особенному относиться к нашим женщинам, к нашим мамам. И когда в некоторых местах Азербайджана говорят, что девочкам не надо учиться или не пускают их учиться, ну согласитесь, что это запредельное безобразие, потому что девочки – это основа нашего мира. В общем, женщина – основа. Может быть, и наши новые национальные идеи должна стать ценность новой борьбы против нового средневековья. Спасибо, Чингисбан. Вам спасибо. За очень интересную беседу. Спасибо. Я вам желаю крепкого здоровья. Сам хочу. Берегите себя. Спасибо.